Здравия желаю. Последняя, значит, часть про лампочку, все-таки разобрался с ней до конца, то есть две части выпускал. Значит, ей не надо даже и в сеть включать. Вот, подключаешь выпрямитель, она питается обратным током, подзаряжается потихоньку. То есть даже вот, вот он, выпрямитель просто включил. Вот его вилка. Вот его вилка. То есть не работает. Вот вилка его. Вот на лампочку. Свет не яркий, но вполне можно, как говорится, на халяву. То есть надо включить ее, даже батарейки не надо, как вчера разобрался. А просто выпрямитель, вот такой какой-нибудь, да любой выпрямитель. И тогда она горит, и эта батарейка потихоньку подзаряжается, возвращаясь. То есть ток идет от лампочки, от аккумуляторов туда и обратно, так и крутится. Но она слабая, ей хватает, видите, небольшой ток. Гуляет он. То есть лампочка, четвертая часть, что про лампочку, первый раз ее разоблачил. А оказалось, что нет, что вполне пригодно, но яркий свет, что без это, без тока она не дает, а вот такой вот. Ну вот, вот такой свет. Вот, видно так. Ну, типа как свет в это, аварийный. Ну вот, мне видно, тут печать видно вот. Клавиатуру видно. Вот компьютер видно. Ну вот видно ящик. Вот видите. Вот видно вот. Этот ящик видно. То есть вполне. То есть получается как? Получается, что ничего не надо к ней, кроме подключить выпрямитель любой. И все. И вечная лампа, но только одно, как я говорил у ней, одно но. Без сети она работает, видите как, не очень ярко.